Здравствуйте, дорогие друзья! Я представляю магистерскую программу «Бизнес-аналитика». Преимущество нашей программы в том, что она представляет новую для нашей страны профессию, новую и в практическом смысле, и в научном тоже. Бизнес-аналитика совсем недавно появилась в списке востребованных и актуальных профессий Министерства труда. Отличие нашей программы от некоторых из других похожих названий в том, что мы гораздо шире трактуем бизнес-аналитику, как некоторые, которые сводят ее к информационному обеспечению бизнеса. Наша программа ориентирует выпускников на работу в качестве бизнес-аналитиков, способных аналитически обосновывать управленческие решения по изменениям бизнеса в зависимости от рыночной конъюнктуры, от требований ключевых заинтересованных сторон. Совсем недавно был принят профессиональный стандарт бизнес-аналитика. Теперь эта профессия получила официальный статус. И наши выпускники будут представлять собой очень востребованный сегмент этого рынка. Наша программа рассчитана на выпускников специалитета и бакалавриата как экономических, так и неэкономических вузов, ну, конечно, и на тех специалистов, которые работают в бизнесе и стремятся обогатить свой научный потенциал. Мы реализуем нашу программу в сотрудничестве со многими организациями, но главное с российским отделением Международного института бизнес-анализа, который представляет собой организацию, координирующую деятельность бизнес-аналитиков во всем мире. Наши магистранты могут принять участие в реализации программы двойного диплома, который мы осуществляем совместно с французским университетом Гренобль-Альп. Добро пожаловать на нашу магистерскую программу «Бизнес-аналитика». Я уверен, что вам будет интересно и очень полезно там учиться.